бросай, Пузик. Все, едем на дачу. Пузик, едем на дачу срочно. Я встретила Сидоровых. Петровы уже неделю на даче. Они уже все сделали. Они уже огород скопали. Они уже деревья пересадили. Они уже окучили клубнику. Пузик, Петровы в этом году посадили ананасы. И они у них уже цветут. Представляешь? Ананасы, это, конечно, хорошо, Лопулек. Но у меня тут полный гамбит. Пузик, я тебя не понимаю. Я тебя не понимаю. Что тут думать? Что тут думать? Е2, Е6. Все. Дама. Какая дама? Опять к Нинке ходил, да? Что тут Нинка? Королева. Шахматы играю. Да ты не своими шахматами тут зубы не заговаривай. Ты посмотри на него, а? 3 дня тому назад, вижу, стоит, ай, возле булочной с Нинкой, лясы, тары-бары, полчаса. Лучше бы о даче думал, бабник. Надевай. Лопулек, ну что ты завелась? Завелась. Если человек сидит на диете, может он хотя бы меню полистать? А что ты его дома не листаешь? Продукты те же. Хотя, господи, чем там листать? Казанова недоделанный. Лучше историю болезни свою полистай. Я здоров. Да, в каком месте здоров? Здоровый он. Господи, посмотрите на него. Ой, я не могу, здоровый. Ой, посмотри на себя в зеркало, кузнечик беременный. У меня такая конституция. Рыба. И пиво. Вот, вот я и говорю. Рыба и пиво. И все, и все. Больше ничего не знаешь. Я и дома, и на даче, везде я. Господи, вкалываю, как ломовая лошадь. Я ломовая лошадь. Почему ты ломовая лошадь? Потому что я ломовая лошадь. Я лошадь ломовая, понимаешь? Лёк, ты не ломовая лошадь. Зачем? Нет, я ломовая лошадь. Не надо на себе наговаривать. Я тебе говорю, я ломовая лошадь. Хорошо, ты ломовая лошадь. Я ломовая лошадь? Это мама сказала. Все, все, в этом году ты все на дачу будешь делать. Все, ты возьми, ты и перекопаешь огород, ты и террасу поправишь, ты и деревья пересадишь, положь шахмату, ты и дорогу гравием засыпешь в этом году. Ты в этом году, Пузик, будешь гравировщиком. Все. Да, конь тут не пройдет. Конь. Да ты эту дорогу вспомни. Там не то, что конь не пройдет, там слон не пройдет. Да нет, слон тут как раз пойдет. Шах. Шах в драных штанах. Посмотрите на него, господи, уткнулся в свое лото. На автобус опоздаем. Где твоя панамка, а? Я прозевал ферзя. Правильно. Без панамки тебе в этом году нельзя. Ты в этом году с колорадским жуком будешь сражаться. А колорадский жук – пузик. Колорадский жук такой живучий, его надо сгребать в кучи и сжигать. Ты в этом году будешь жук-огреб. Как? Грибожуй? Жук-огреб. Хорошо, Лопулек. Вилка. Какая милка? Почему тут милка? Ты милка, ты милка. Вилка, шахматы играют. Вообще. Боже. Правильно, вилка. Кстати, грабли не забудь. Ты в этом году будешь граблителем? Ревия. Познание. Рокировка, да? Ну что, и у меня рокировка. Нет, никакой заготовки в этом году. Пузик, в этом году никакой заготовки. Никакой, только самое необходимое. То, что мы любим, баночек 900. Пузик, в этом году только помидорчики, огурчики, яблоки, груши. Все. Мат. Да, мат. Ну-ка, встань. А? Встань из-за стола, встань, встань. Выйди из-за стола. Выйди, выйди. Ну-ка, руки вот так сделай. Руки вот так сделай. Ну-ка, повернись. Быстро, 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 чтобы я тебя видела.
красавец. Пузик, я поняла, кем ты будешь в этом году. Пузик, ты в этом году будешь на грядках пугалом. Пузик, я ворон боюсь, мне нельзя. Так, все, никаких разговоров. Все, вопрос решен. Руки вот так сделал. Руки в сторону, руки вниз, руки в сторону. Молодец. Пугало, настоящее пугало. Пошел на грядки, повернулся ко мне спиной. А то я тебя хуже вороны сейчас клюну. Быстро, никаких разговоров. Шагом,